Всем привет, друзья! С вами канал «Письма со всего мира». И, наконец-то, после относительно долгого молчания, мне пришло письмо из Великобритании. Да еще какое! Я очень рада, что получила этот ответ. Посмотрите, обратные расходы оплачивала в полном объеме. Две марки First. Писала в театр актеру. И это мое третье письмо, которое я ему писала. Первые два я отправила в агентство в США и в Великобританию. Но я смотрю, что сейчас ответы идут из агентства Англии. То есть сейчас он играет в спектакле, в театре. И, видимо, тоже зашел в агентство, чтобы подписать и отправить. Не знаю, придут ли мне письма те, которые я отправила. Возможно, из Англии мне еще придет из его агентства. Но этот ответ я получила из театра. Давайте посмотрим, откроем, как он подписался. Немножко уголок был загнут, но не знаю, почему так. Но я не открывала. Давайте откроем. А, в принципе, хорошо открывается, не нужны ножницы. А. Да, это именно тот, от кого я ждала письмо. Так, и что же он написал? Итак, встречайте, это актер Ленни Джеймс, и он снимается в популярном сериале «Бойтесь ходячих мертвецов». Вот я отправила кадр из этого сериала. Так что «Don't get beat» и «Чего? Ниц». Чего? Непонятно. Вот это вот... Странно пахнут фотографии. Ну и вот, да, Морган. Морган его герой. А вот тут вот... А вот тут вот я отправила с актрисой Алишей Дебнем Керри. Вот, у меня есть уже ее автограф, в принципе, могу скинуть ссылочку в описании, как я его получила. Могу сказать, что процесс получения был интересным и сложным. Вот, и да, я платила за него даже, но все это был классный опыт, которым я довольна осталась. Ну, от нее очень сложно сейчас получить. Даже со съемок она не отвечает. И вот, наконец-то, я таки получила Моргана, Лени. Ну, вот, да, третье письмо ему, наконец-то, ответ, которому я очень рада. Ну, интересная у него такая подпись, давайте посмотрим, с такой закорючкой, посмотрите. Очень классно. Так, и здесь... Не помню, как переводится это слово. То ли прелесть. Мы сейчас посмотрим. Так. Как еще раз? Ну, мне кажется, как я и сказала. Ну, потом так я, конечно, соображаю. Так. Так, ладно, это я потом переведу. Но в целом я очень-очень довольна, что получила от него автограф. Да, спасибо Ирине за то, что она мне сбросила адрес театра. Пришел ответ относительно быстро. У него театр начинался, по-моему, то ли спектакли, то ли с 9 января, что-то там вот такое близко. Я отправила, вот как только праздники закончились, новогодние, я сразу отправила. И получила. Давайте посмотрим. 21.02. Ну, можно сказать, где-то месяц-полтора. Может, меньше даже, чем полтора месяца. Ну, наконец-то. Все-таки.
пополнилась коллекция, оставил так место, написал на себе, да, оставил место, чтобы была возможность получить еще Алишу. Ну, не знаю, буду ли я ее пробовать куда-то на съемке, потому что очень сложно, и писала на съемке тоже, и многие писали, никто не получил. Вот, причем и платно она особо тоже не подписывает, так чтобы где-то купить, знаете. Ну, вот только на Комиконе во Франции до пандемии всей этой она была, и вот мне удалось там с организаторами договориться и получить ее автограф. А так очень сложно. Ну, я довольна Морганом, конечно, а Лене. Кстати, кролик Питер, он тоже снимался в озвучке, то есть нормальный, хороший актер, но и естественно его главной ролью считается вот в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов». Вот. Так, вот, не понимаю вот эту вот фразу, если честно. Не могу понять еще раз. Вот посмотрите, пожалуйста, и подскажите, что он хотел этим сказать. Но это фраза из сериала, естественно, и ну, в русской озвучке сложнее немножко ориентироваться там по коронным фразам героя. Вот, если бы это, конечно, смотрелось в английской озвучке. Ну, английскую озвучку и не до конца понимаешь, конечно. Ну, только что если с субтитрами. Ладно, очень много я про него решила рассказать, но реально очень довольна. Я когда получила, думаю, ну все, слава богу. Вот. Напоминаю, что английские марки с королевой с января 2023 года будут недействительны. Вот. Ну да, я тут оплатила уже полностью расходы, чтобы получить автограф наверняка. Ну, собственно, усилия окупились. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока!